В деревне Первые в Урман-Косы Цивильского района две овчарки напали на местных жителей. Одна из пострадавших скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело. ЧП произошло утром 17 февраля. Две собаки, кавказской и среднеазиатской овчарки, оказались без присмотра и набросились на троих сельчан. Около 8 часов утра 17 февраля в деревне Первая в Урман-Косы Цивильского района две собаки, кавказская и среднеазиатская овчарки, оказавшиеся без присмотра, набросились на троих сельчан и покусали их. В результате одна из пострадавших, 76-летняя женщина, скончалась на месте происшествия. Еще двоим, мужчинам в возрасте 70 и 60 лет, были причинены различные раны, им оказана необходимая медицинская помощь. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий этому способствовавших. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются пострадавшие и свидетели. Вышеуказанные собаки обезврежены. Расследование уголовного дела продолжается.